Самолет Cessna-182. Отличный самолет, четырехместный. В личное пользование, кто собрался купить, я бы советовала именно такого плана самолет. У нас вот обучают на курсантов на вот эти вот все типы, которые у нас есть, и конкретно вот на Cessna-182. Приходите, обучим. El rey de la república, puro ron con maturación que batería alcalina. A ti felina te pongo en disciplina. De Italia a China, de París a Filipinas. Ya no hay salida, el futuro te domina. El cuerpo te anima como cafeína. Rompiendo bocinas al que te asesina. Si fuera piscina, yo fuera un buzo. Aunque no me invites, seré tu intruso. Si inventaste cruzo. ¿Qué чувствовали в полете? Да супер вообще, ощущения и легкости полета, красота. Наша природа, погода сегодня замечательная. Поделись впечатлениями о своем полете. Полет был замечательный. Пилоты, если честно, у меня даже нет слов, чтобы передать ощущения. Хотелось бы сказать огромное спасибо Алексею. Он осуществил мою детскую мечту. У тебя нет свидетельства пилота, поэтому мы тебя высаживаем. В нашей компании на данный момент 10 бортов, 5 самолетов и 5 вертолетов. Все они вертолеты легкой авиации. Если говорить о любимом самолете, о любимом воздушном судне, то мне больше всего импонирует Cessna 172. Он очень многое прощает пилотам, курсантам, надежный самолет. То есть это самый массовый самолет, наверное, в истории всей легкой авиации. Выпуск его, по-моему, был прекращен в 70-х годах, но вот настолько он был популярен, что в 90-х он снова начал выпускаться. И выпускается по сей день. Я, как и мои предки, езжу по степи на вот таком вот красивом жеребце. Шикарненький вертолетик стоит всего лишь полмиллиона долларов. Да, это он такой. Подарите мне такой.